Здорово, народ! Вы на канале Сибирский Бродяга, с вами Жека. В общем, друзья, сегодня мы вновь с вами в тайге, в сибирской нашей. И отправился я запасаться опятами. Вот видите, друзья, нашел тут уже приличный такой пень. Он прям весь в опятах усеян. И внизу, и вверху тут везде. Вот. Будем, друзья, мариновать. Покажу, кстати, не знаю, записывать или нет, как я мариную опята. Если кому интересно, напишите в комментариях. Я постараюсь записать видео. Вот. Ну а сейчас, друзья, я буду собирать, резать наши грибочки. Сегодня пошел. Сегодня ведро с собой не стал брать, потому что вчера все их... На велике же вчера ехал, и они у меня все вылетали из ведра. Сегодня взял вот такой кан. Кан у меня тоже, кстати, ведерный. Я вон уже набрал почти пакетик такой. Сейчас пересыплю, а потом пакетиком заткну. Полный кан нарежу сегодня. И заткну пакетиком. До дождей надо успевать, а иначе они вот такие красавцы размокнут, перерастут быстро. Они у нас прям перерастают моментально. Видите, какие, друзья, красивые. Вот этот осенний опенок уже. Он очень вкусный, друзья. Вот я говорил, он очень вкусный, когда его жаришь. С картошечкой прям. Либо соленый, либо маринованный. Зимой, потом под водочку, друзья, это вообще милое дело, аж слюнки текут. Жена орет, что много, говорит, мусора домой носишь. Я говорю, ну иди тогда сама собирай грибы. Как вот тут без мусора, ребята? Тут еще зашел, кстати, сегодня в другом лесу нахожусь, где у нас полно медведей. Пришлось взять с собой ракетницу сегодня. Обычно я беру редко, но в этот раз решил взять на всякий случай. А то мало ли что, вот так в лоб-лоб столкнешься и забудешь, зачем пришел в лес. Вот тут ножка толстенькая, смотрите какая. Они имеют особенность, друзья, как отличить от ложных. У них, видите, такая шляпка маленько серовато-желтая. И юбочка имеется вот такая. Это вот осенний настоящий опенок. О, хороший. Тут вон поезд рядом едет. Выворотень большой такой вот. Сегодня небо затянуто. Скорее всего, дождь будет. Вот еще такая кучка. Опять. Мне еще нравится, их удобно резать. Прям в ладошку ложишь и срезаешь. Не по одному уже, а вот так. Горстями, можно сказать, кучами. И набирается быстро, кстати. Хоть и маленький. Вот жучки меня одолели уже. Видите, как быстро собирать. Опята. Туда заморозок ударит, они эти замерзнут. Они боятся заморозков. А вот тут, ребят, смотрите, рядом еще вон опята, видите? Вот они. Вот это находочка, друзья, смотрите, какой красавец. Это же белый.
Странно, почему они еще не отошли? Вот это, да? Смотрите, друзья, красавец, красавец, беленький прям такой. Он даже в кан, по-моему, не влезет. Нет, влез. Так что такое нельзя. Хоть я пошел за опятами, но такое упускать нельзя. Эх, крапива тут. А вот они, красавцы наши. Опята. О, сколько их тут. Меленькие, правда. Вон там все усеяно, а вон там что творится. Вот так вот выглядят уложенные опята. Но их я собирать вам, друзья, не рекомендую. Их не едят. Можно получить отравление. Набрал калинки домой еще. Парить будем. А тут у нас кто? Вот такой подосиновичек. Странно, я думал, грибы уже отошли, подосиновики все. А, что-то он какой-то поеденный. Ну, красивый. Ножка черная. Его вот маленько подержишь, он начинает такой цвет давать, синий такой. Вот, его долго в руках держать не надо. А он, в принципе, сверху, ладно. Возьмем. У меня тут опята, подосиновики белые. О, такой маленький подберезовичек. Странно, не отходят, да, друзья? Сентябрь месяц. Сегодня у нас какое число? 7 сентября. Подберезовики еще растут. Уже у нас трава потихоньку падает. Ходить становится одно удовольствие. Можно прям гулять по лесу. Смотрите, сколько мухоморов. Какие-то белые, друзья. Разновидность. И вот среди такой кучи мухоморов один вот такой подберезовичек. Хороший. Оба. О, да даже всю мякоть уже объели. О, посидеть надо. Чаю попить. Горячего чайка попить. То сколько можно так ломиться? Ноги-то не казенные, свои же. Ох. Штатив. Зачем я убрал штатив? Не знаю. Везде вроде так камеру вон ставлю. И на бревна, на ветки. Ой, не знаю, друзья. Таскать, чтобы с собой. Вообще-то, друзья, я пошел в лес сегодня за опятами. Ну, никак не за подосиновиками, не за белыми. Ну, раз встречаются, то дай бог, буду брать. А что, добру-то пропадать не дадим. Я удивляюсь, собирал опята, кстати. И смотрю, бурундуки точат эти семена, с семенами запасаются. Я думаю, вот люди, да, жадные, ореха столько оббили, а бурундукам не оставили бедным. Еще смеюсь, думаю, блин. Думаю, кто там все в траве шелестит? А это бурундук, семена главное. Семена этого аконита, кстати, ядовитое растение, про которое я рассказывал. Сегодня не знаю, я, может, копану сейчас корень. Ну все, теперь снова в путь, дорогу. Тут неподалеку два выстрела слышал. Видать, охоту разрешили на боровую дичь. Еще, значит, есть у нас охотники. Два раза кто-то там стрелял. Так, а это кто у нас? Тоже, наверное, белый какой-нибудь. Да. Тоже белый, видите, друзья, какой? Маленько с дырочкой, ну ничего. Все равно возьмем. Белые нам тоже нужны. Что-то уже дождик заморосил. Ну ничего страшного, а это что у нас тут притаился?
Тут тоже главное, представляете, друзья, уже второй под березой встречаю, он весь поеденный. Просто меховая штучка это съедена у нее. Бог ты мой, ребята. Вы посмотрите, какой белый красавец-то. 20 сантимов. Вот этого-то мы возьмем. Если он здоровый. Конечно, здоровый. Даже ни единого червячка. Смотрите, друзья, какой красавец. Четкий гриб. Вот, еще бы такого найти. Аромат. Берем однозначно. Сентябрь месяц, ребята, вы не поверите. Еще и лисички есть. Короче, и белые, и лисички, и опята. Надо как-то отдельно эти грибы отсортировать. Да, по второму сезону уже, наверное, идут белые грибы. С лисичками вместе. Я не ожидал, что еще белые-то есть. Я думал, они уже отошли давным-давно. Они у нас в июле были. А на дворе уже сентябрь месяц. А как так белые-то? Тепло стоит, видите, тепло, дожди. Вот из-за этого, я думаю, и белые пошли заново. А вот и неподалеку красавцы вот такие. Прям выворотни, смотрите, ребята. Опять сколько. Прям на выворотне растут. С этой стороны, потом вот здесь, вот сбоку. Вон там, вон они растут. И сверху еще. О, наберу сейчас грибов. Короче, какая-то, друзья, аномалия пошла у нас грибная. Все грибы, главное, в сентябре месяц. Не ожидал я такого, конечно. Что прям уж все грибы у нас будут. Сразу и белые, и опята, и подосиновики. Еще кого мы сегодня с вами находили? Подберезовики. Короче, друзья, жена у меня перебирать их замучается. Все эти грибы. Ну, зато опять намаринуем сегодня. Вчера замариновали, кстати. Я уже успел спробовать. Так что вкусная штука. Мне понравилось. А в банку не вошли все грибы с кастрюльки. Мариновали в кастрюльке. И поэтому остались. Я вот решил спробовать. Мы их горячим способом, ребята, делаем. Блин, да как же вы туда залезли? А? Где только не растут, а? И под пнем, и в пне даже. И сверху, и снизу. Короче, отовсюду, ребята. Что-то муторно их стало собирать. Таких малышей. Малышек. Тут еще слизни. Вон, видите, они под мхом. Прятались. Ну такие толстоножки такие. Смотрите. Вот такие вот. Толстенькие, маленькие такие. Самый раз для маринада. Для маринования, то есть. Ну вот, резать их тут вообще нереально. Тут ножом не подлезешь. Только вот так вот по одному. Приходится срывать. Крапива, блин, сжалит. Вот так вот их сейчас посрываем аккуратненько, чтобы грибницу не нарушать. Мы их вот так вот аккуратненько соберем. А дома уже мусор тонет, опята всплывают. Они тоже легенькие. Чем дальше в лес, тем больше дров. Ой, то есть грибов, друзья. Вот. Грибов больше, не дров. Дрова нам сегодня не нужны. Отправился, друзья, сам не знаю куда. Иду, пока грибы не кончатся. Ну, лишь бы только с медведем не встретиться.
А то он меня устроит тут грибы. Пенек такой вот должен быть грибной, наверное. Что-то тут так себе, не очень. Но что-то есть. Что-то, друзья, есть. Вот такой, видите, какие? Вот так вот, аккуратно. Ножом тут не подлезешь. Мы их аккуратно с вами соберем. И пойдем дальше. С этими опятами кружился, вертелся. И пора ко мне включить навигацию, где я нахожусь. Посмотреть надо. А то что-то я маленько сбился с курса. Я тут ни разу не был. А знаете, пока вот так каждому пеньку бегаешь, к одному пеньку, ко второму пеньку, и голова закружилась, и маленько я сбился, где я нахожусь. Местоположение, так, березовый лог. Березовый лог показывает. Вот видите, друзья, где я нахожусь. Пихта осина тут. Вот, советские военные карты. Очень удобно. Сейчас отсюда я включу, наверное, запись маршрута. Раз. Вот, и пошел. Потом надо было, блин, от велосипеда. Да, точно, надо было еще раньше маршрут включить. От велосипеда. Я же там велосипед оставил. Ну ничего, я думаю, что выйду отсюда. Сейчас. А сейчас напрямую прям пойду и все, и буду грибы резать и это отдыхать. Чай у меня есть. 4G есть, значит где-то я недалеко. Потому что у нас 4G в тайге это редкость. На МТСе. Но я в принципе поднялся на возвышенность. На горе на какой-то нахожусь. Ладно, идем дальше. Вот видите, откуда лезут? Из-под коры. Вот как тут ножиком их? Ножиком тут не возьмешь. Только вот так потихоньку выщипывать их оттуда. А там он еще в коре. Вон, видите, какие, как они размножаются. Где у них грибница находится. Не, ну, несправедливо. Надо хоть один пенечек-то найти такой, усеянный прям, чтоб сел так, сел уж капитально. Приземлился около пенька. Тут вон пеньки стоят, но они без грибов почему-то. Сухое место такое, видать. А я хочу, чтоб прям сел так сел. А вот, кстати, я вот накаркал, походу, ребята, накаркал. Смотрите, сейчас сяду так сяду, блин. О, вот здесь нормально. Ну-ка, друзья, зацените. Вон, смотрите, сколько. По кругу пенька показываю. О! Круговую прям. О, куда попадали-то? О! О, вот это понимаю. Тихая охота. Поохочусь я сегодня на славу, походу. Это пенек так пенек. Удачно попал. Можешь ходить вот так по лесу, каркать. И точно опята, смотрите. Я думаю, вот бы сейчас найти бы пенек. Тут раз глазами и хоба. Вот тебе и пенек, пожалуйста. Нормальный такой, усеянный. А то, блин, ходишь с этих деревьев, срываешь по несколько штук. А тут сел так, сел тут вон и на земле, они везде. Просто всюду. Не, ножиком что-то долго мне не получается. Я сейчас их так посрываю. Аккуратненько. Легонько. Ох, сегодня меня, походу, жена самого заставит перебирать.
грибочки. Скажет, что-то ты понатащил тут мха мне. Тут они с мхом, видите, какие. Вот здесь какие-то большие уже опенки. Большие набираются быстрее. Маленькие чуть подольше, их больше надо. Но маленькие зато вкуснее, чем большие. Ой, все соберу. Все до одного. Ой-ой-ой, падай. Вот вы где спрятались. Опенки, опенки, покажите глазенки. О, вот это. Это же пихта. Они вот. Но мне больше нравится, когда на березовых пнях они растут. Они тогда чище. Опята. Но на елках они толстые такие, прям большие. Видите, какие? Охота удалась, можно сказать. Кстати, рябчика летает немерено. Тут спахнул я чуть, чуть сердце в пятки не ушло. Я уже думал, медведь, наверное, идет, блин. Так спахнет, спахнет. Сидишь, сидишь, что-нибудь о своем думаешь, там, о грибах, еще о чем-то. Раз, как спахнет. Фу, блин, чуть сердце в натуре пятки. Не ушло, чуть вообще не выскочил. Эх, грибочки, грибочки, где же вы, грибочки мои? Опятушки. Хорошенькие-то мои. В какую сторону мне идти сейчас, я даже и не знаю. Ума не приложу. Ой, хоть опята есть. Ох, удачно попал. Так, ну все, друзья, тихая охота закончилась. И мы еще и с мясом. У нас есть вот такой рябчик. Не буду показывать, как я его добыл. Конечно. В общем, вот такая вот у нас охота, можно сказать. И грибы, и мы еще с мясом. Так что все, идем домой. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Дальше будет еще интереснее.